Всем большой привет. Посмотрите, что я приобрел. Это не iPhone 10, нет, и не iPhone 8. Это iPhone 7 Plus. Конец 2017 года, уже вышел iPhone 8, iPhone 10. Я вам скажу так, iPhone 10, цена на него слишком завышена. Я не считаю, что он стоит этих денег. Конечно, я хотел бы попользоваться этим телефоном, но может быть позже, когда цена его значительно упадет, значительно, хотя бы наполовину. Почему не iPhone 8? Да потому что он точно такой же, как iPhone 7, только разница лишь в корпусе и разница в камере, ну и немножко быстрее. Мне iPhone 7 мне нравится гораздо больше, как он выглядит. iPhone 8 я держал в руке, он там у него что идет, стеклянная крышка, мне она не очень нравится, как-то я держал, не то. Тактильные ощущения совсем другие, когда держишь iPhone 7. Камера, почему я взял этот телефон. Второе, это размеры. Да, этот удобен, классно, но большой мне все-таки удобнее. И я всегда ходил с ноутами, с Samsung'ом, и были у меня айфоны большие, тоже плюсы. Поэтому все-таки плюс мне ближе. Сам я человек не маленький, хотелось вот именно этого. Так что это две основные причины, почему я купил. Ну и сейчас, тем более, цена на iPhone 7 немножко ниже, чем раньше было. Это хорошая возможность иметь хороший телефон за не очень большие деньги. Также к iPhone 7 мне в подарок дали чехол. Это чехол Moleskine, фирма Moleskine. Кстати, эта фирма, я тут погуглил, довольно-таки неплохая. Про это чехлы у них дорогие, я не знаю, почему они так дорого стоят. Но обычный чехол, очень легкий, пластмассовый изнутри, прорезиненный сверху. Довольно-таки приятный на ощупь. Не делает ваш телефон сильно толстым. Так вот лежит, так вот выглядит. Попользуемся. Вареному коню в зубы не смотрят. Так что сейчас, я думаю, надо перенести данные с моего старого телефона на новый телефон. Давайте мы его включим. Ну, разница в экране, сами видите, какая. Ну, на то он и плюс. Кому-то удобнее это, кому-то удобнее это. На вкус и цвет, товарищи, нет. Ну что ж, давайте попробуем эту новую функцию. Эта функция появилась, когда обновили до iOS 11. Вот, смотрите, я поднес. Я только его поднес к нему. И вот сразу же появилось. Используйте свой Apple ID. Оп, дальше подключение. Все. Пока информация переносится, не убирайте этот iPhone от нового iPhone. Это офигенная штука. Ну вот и все. Телефон готов к использованию. А этот телефон уходит Димону. Так что если вы решили купить iPhone сейчас, в данный момент, я вам рекомендую брать 7 Plus, и вы не пожалеете. Потому что 8, он практически такой же, а 10 не стоит тех денег, которые за него просят. А почему там закрыто еще? Всем спасибо, пока. Всем привет, в Ирландии сегодня ужасная погода. 6 декабря, у Ани завтра день рождения. Вообще планировали на ее день рождения поехать кататься на велосипедах. Это есть такой Greenway, трасса на протяжении 30 километров, 36 километров. Вы снимаете велосипед и едете, катаетесь по ней. Очень красивые виды. Вложили в нее много миллионов. Короче, хотели мы покататься на великах, а вечером куда-нибудь пойти. Но получается, что мы на великах никуда не будем кататься, а вечером придут друзья, знакомые, придется сидеть дома. Ну, не то, что придется, но посидим с ними дома, то есть как бы все хорошо. А сейчас мы едем в Фейтлик. Фейтлик – это четырехзвездочный отель с гольфовым полем. Там есть олени, там есть бассейн. Наша подруга, она руководит всем этим делом. Короче, едем мы поплавать в бассейне, и там, возможно, пообедаем после бассейна. Кстати, знаешь, было прикольно, где покушать? Помнишь этот маленький бар, который мы в предыдущем видео снимали, куда мы попали? Помнишь, этот семейный такой маленький паб? Розовый? А, который... Да. Чекмейте? Да. Может, там на ланч сходить? Просто меню мы смотрели, там было офигенное меню, мне понравилось. И можно было бы попробовать их кухню. Что, сейчас мы искупаемся, пообедаем. В такую погоду реально ничего делать, остается только греться в бассейне, в спа, в таком вот прекрасном месте. То сейчас мы, сейчас надо будет поместить камеру в этот аквабокс. Звук сразу же изменится, конечно, но
Что поделать? Да, с этим аквабоксом она выглядит, конечно, громоздкой. Смотрите, какая огромная камера сразу. Ну как звук? Ну я знаю, что он должен быть глуховатый, потому что все эти выходы для камеры, они прорезинены. Так что, ну как есть, так есть. Пойдем посмотрим, что за комплекс здесь первый раз. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. Ну как, Сянька? О, что-то у меня перепарилось. Перепарилось? Я тоже так перегрелся. Голова такая тяжелая. Да, спать хочется, да? Я прям сижу так и потею, прям лицо потеет. Что, едем кушать? Нет, мы едем. Хорошо, мы едем. Уже, я уже слышал в голосе твоем, может, не надо. Я успел тебя вовремя остановить. Вот так выглядит эта гостиница, Фейтлик. В общем, это гостиница. Сразу же гольфовые поля. Все в основном приезжают поиграть сюда в гольф. Также есть домики гольфовые, можно снимать, то есть жить в домиках. Также можно жить в самой гостинице. Она сейчас закрыта, поскольку не сезон. Также здесь есть еще олени, но, к сожалению, мы сейчас никого не увидим, потому что дождь. Хотя, может, мы их увидим, но мы к ним не пойдем точно. Ну, олени, тут много везде ластиться. Да? Ой, где-то топят торфом. Туда, топят там, куда мы идем. Вот мы опять в этом прекрасном уютном пабе. И сегодня мы уже на обед здесь. Уже сегодня кушаем, да. Заказал я ребрышки, Аня заказала салат с козьего сыра. Сейчас посмотрим, какие порции. Обычно в таких местах большие всегда порции, не всегда вкусно, по-домашнему. Так что сейчас будем разглядывать, что принесут. Смотрите, куанки goat cheese принесли, охрененный. Goat, кози. Посмотрим, это что? Козий сыр, это хлеб. Это сыр, большой сыр причем, хлеб. Да? И салат идет. Ну, выглядит шикардос. Вообще, идеально. Нормальная порция, кстати. А у меня, посмотрите, это чисто вот домашняя такая. Вареные ребра. Я, конечно, не хотел вареные, но вареные. Вареные ребрышки, кислая капуста вареная и картофельное пюре. Просто квашеная. Я думал, будут запеченные ребра, но будем есть. Приятного аппетита. Тебе тоже. Ну как ты, Анечка? Прекрасно, Андрюша. Можешь осилить это? Ну ты же трава, что ее не осилить? А тебе еще взять? Нет, достаточно большая порция, тарелка глубокая. Порция огромная. Это первый раз, когда я в каком-то заведении еле-еле доедаю свою порцию. Че, погнали? Нам сейчас куда? Спасибо. У тебя же день рождения скоро. Слушайте, погода в Уотерфорде ужасная. У Ани завтра день рождения, я бы хотел ей купить цветочки. Хочу купить подсолнухи. Хочу купить подсолнухи. Вон, смотрите. Стоят подсолнухи. Сегодня закрыто, приду завтра. Подсолнухи, короче, я нашел. Завтра поеду с утра куплю. Взять бутылочку какого-нибудь крепкого алкоголя, чтобы завтра Ваньке на днюхе выпивать. Не знаю, что пить, но особо там никто, ничего не будет, просто что-то покрепче, чтобы бутылочка была. Джин, водка, виски. Думаю, бутылочку водки взять. Давно водки не пили. Там из мужчин-то будет, наверное, пару человек. Я еще пару придет. Вообще народу не будет. Поэтому надо бутылку водки, наверное. Водка Смирнов. 20 евро.
Смотрите, корзина алкоголя, пиво. 20 евро. Конечно, перебор по цене. Корзина, наверное, 10 стоит. Все не то, алкоголь в другой стороне. Стоило 40, сейчас 29. Кстати, хорошая водка Кеталон. Финляндия. Сейчас мы с Аней пойдем еще в несколько магазинов, там, наверное, купим и алкоголь. Здесь выбор не самый большой. Поедем в Теско, там будет побольше выбор. Погода люкс. По классике. Аня, что ты хочешь на день рождения? А? Как это просто. То есть это не финансовый подарок, то хорошо, не материальный. Хорошо. То есть не бить тебя, да? Не больше. Больше не бить и не топить? Батлом меня не бить. Чем? Батлом. Батлом? Да. Аня говорит, что я ее батлю. А ты что? А, ты нас... Не надо там, пожалуйста, ничего выкладывать. Ничего плохого? Аня, я тебя никогда не выставляю в плохом свете, все проехали. Что решили мы с Аней проводить этот ее год. Это Анин год заканчивается сегодня. Наговоришь, значит, Анин год. А? О чем ты? Анин год. У тебя завтра день рождения, то есть этот год твой мы провожаем. Эту дату. Эту дату. И этот год. Эту дату, этот год. Ну, это день рождения, это же год идет. Эту дату мы решили проводить за бутылочкой просекко. Сейчас мы красивенько ее нальем. И красивенько ее, как мы любим, ушатаем по-быстрому. В Новый год. Я провожаю дату свою. Возраст. Да? Да. Учить тебя учить. Разговаривай. Угу. Ты что, я диктор? Льется где-то там. Ты уже не льется, она сначала налилась. Что это? Действительно, блин, стоит такое самолюбование. Ну да, мы же нарциссы для зрителей. Ты, блин. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Аня сегодня что-то делает, чтобы завтра уже все было готово, чтобы сильно не напрягаться. Мы вообще ничего не делаем, просто кого-то пригласит. Она сделала вот эту прекрасную шубу. И мне сейчас надо что-нибудь выложить из этих гранатовых зерен. Сейчас я что-нибудь выложу. Выложил я сердечко, но поскольку стрела у меня не получилась, я решил еще добавить немножечко. Так, пусть будет за просто... Немножко весь гранат, короче, пусть будет. Сердце разглядит в нем только тот, кто достоин его разглядеть. Прикидываю.